Всем привет, ребят. Ну что, вот доступно обновление. Что могу сказать? Обновление кайфовое. Все о нем я вам уже показал, рассказал, что и как. Героя нового называют у нас Космо. Герой обалденный. Хотите увидеть о обнове, можете перейти там посмотреть на группе ВК. Есть полное обновление. Я не буду вам уже повторно записывать, что и как, потому что и так уже все показал. Все нюансы, все, что есть. Самое основное, это добавили плюшки для бездонатов. Это Одер и Гаргул. Возможность собрать их через командные локации. То есть вы заходите туда, там маски сами, ты смотрите, там награды есть, удвоение туда добавили, опять же, за донат, увеличение прорыва ненужное. Новый герой обалденный, вот это плюс. Скины, честно говоря, ненужная вещь. Ну, из такого, в принципе, все, и увеличили награды. Посмотрим, сказали, что увеличат еще. Посмотрим на это. Ну и добавили камешки вот сюда. Один камешек, правда. Ну, сказали, поменяют цену. Потому что 2,5 миллиона для бездоната. Нереально. Вот так вот. Больше, по сути, у нас ничего пока не добавили на русский сервер. В акциях ничего нету. Поэтому поехали ролить нового героя. Посмотрим, как он падает. Повезет нам, не повезет. Так, там у нас было 593 тысячи, скажем так. 593. Я вчера забрал плюшки некоторые. Уже не стал видос снимать. Ниндзя, заклинательница. Князь Стыковка. Королева Гарпи, фараон. Валентина. Ну, как-то так падает. Махатма. Это неплохо. Сердцеедка. Ведьмочка снова. Возможно, обновят попозже рынок, не знаю. Посмотрим. На английском уже место оставили для акции. Опять сердцеедка. Рыцарь. Еще один рыцарь. Ниндзя. Командора, бульдозер. Неплохо. Фу, нифига себе, сразу же 3, опять командора. Это мега удача. Так. Дрейк Гаргу. Фараон. Валька. Ну, рандомчик, друидик. Тут 500к может просто улететь на этого героя. Герой действительно обалденный. И, возможно, нового героя будут на выходных продавать. Посмотрим. Ну, хотя на русском сервере это не скоро будет. А на английском скорее будет. Ниндзя. Хотя, в принципе, его можно и так выбить. Что тут делать с этими самыми? Кенди. Ледяной феникс. Кенди опять. Сноу. Нифига себе. Это реально круто падает уже. Рыцарь. Ну, конечно, не то, что хотелось бы. И так, как на китайке. Триантик Тритон. Королева Гарпий. Сноу. Ворожей, Дракула, Варлок. Где, блин, новый герой? Сколько можно меня уже мучить? Валентина, Капитан Рогатка, Фрэнки. Жесть. Сноу. Ворожей опять. Ведьма. Ну, итого 100к у нас уже просто улетело. Суккуб. Нового героя мы так и не получили. Нету его еще. Сделали бы по 1500. Рино, фараон. Нифига не делают, не хотят.
Дед Мороз, Бог Рома, смерть. Суккуб Одер. Итого уже соточка, ребят. Ну, в принципе, за сотку мы вытащили. Нормальных героев, я считаю. Один ледяха, в принципе, даже стоит сотки. Ну, как сказать, кому как, но герой тоже достойный. Просто жесть. Вот разница, на китайке выбиваешь там за 20-30к, а тут рыцарь Седна. То чувство, когда ты понимаешь, что на русском сервере как минимум герой обойдется 300-400, это как обычно бывает. Ну, последнее время бывало дешевле, 150 где-то. Медуза. Опять третья командора. Это жестко. Королева Гарпий. Опять медуза. Где мой космо, блин? Опять Рино, укротитель. Ускоренный режим. Фрея. Жесть. Сколько героев. Ледяной феникс, ребят. Рибит. Медуза, череп, арес, стрелок, варлок. Успеваете смотреть? Я тоже не успеваю. Нового героя пока таки нет. Поехали дальше. Кимка, череп. Может, по 150? Душек. Стрелок еще один. Просто жестко. Ну, я не знаю, Анубиса там еще не выбили, да? Да, шансы, конечно. На героя нереально маленькие. Призрачный. Фараон, укротитель. Где он? Опять Рибит. 200. Ребят, 200к ушло. Заклинательный, Серафина, Медуза, Рино, Паладин, Сердцеедка, Снайпер и нифига! Гаргул. Просто тупо нет. Скоро бежать, Леди Лео, Бог Рома. Да-да-да. Купидон. Душегуб. Это тот герой, который стоит, в принципе, этих самых. Хранитель. Но, опять же, как по мне, блин, Афина жестко падает. Героя таки нет. Я не знаю, сколько мы там героев выбили уже. Вряд ли кто-то это посчитает, но легенд нападала неплохо. Капитан Рогатка еще один. Трифит. Просто Unreal какой-то. Рибит. Ниндзя, Медуза. Фрэнки. Стрелок, я не знаю, какой там. Малышник. Командора, какая она уже по счету? Четвертая. Unreal просто. Так он и не упал. Хотя, в принципе, знаете, это если раньше я здесь играл, думал, блин, столько слил на этого героя. Сейчас смотришь на русский сервер, я понимаю, что это ни о чем. Так, призрачный. Имка, тыква, Фрэнки.
Просто аут. Может, я уже там пятый стрелок падает. Нету. 300, ребят, 300. Давайте еще немножко и... Мне бежать пора. Потом уже... О, наконец-то! 300к, ребят. Это просто аут. Трехсоточка, и нам падает этот герой. В принципе, это нормальная цена, как по мне, для него, для того, чтобы его сначала выбить. Жестко. Это был жесткий роллинг. Куча топовых героев нам упала. Там ледяхи и прочие стрелки. Фрейя была тоже вроде, ну, получили мы этого героя. Поэтому с вас лайки. Как обычно, все как обычно. Прожимаем, пишем. Участвуем в конкурсах. Мы это сделали, новый герой у нас есть. В принципе, обзоры его я вам уже показывал. Вечером засядем, разберем его. И прокачаем. Вот так вот. Все, пишите комменты. Всем удачи, всем удачного роллинга сегодня, чтобы все получили. Всем пока.